Президент на проводе. Главная тема дня. 18-я ежегодная прямая линия с главой государства состоялась сегодня. Владимир Путин отвечал на вопросы в течение 3 часов 42 минут. Россияне ожидаемо спрашивали о вакцинации от коронавируса, о внешней и внутренней политике, о жилищно-коммунальном хозяйстве. Уже известно, что по традиции все без исключения регионы получат из Кремля папки разного цвета. В них по группам собраны вопросы, требующие не просто внимания, а немедленной реакции. Придет такая папка и в Чебоксары. Какого цвета, пока неизвестно. Проведенная прямая линия президентом Российской Федерации показывает, что это очень эффективный способ коммуникации руководителей с населением. И ровно об этом президент сказал во время прямой линии и рекомендовал руководителям высокого уровня использовать такой механизм. Я со своей стороны должен отметить, что каждый вопрос, который поступает президенту, он, конечно же, очень важен прежде всего для президента, ну и, конечно же, важен и для нас, для региона, для руководства региона и органов исполнительной власти, если вопрос поступил из Чувашской республики.